Всем приветики. Ждете счастливого момента? Приветики, приветики. Привет, 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 мои хорошие. Всем привет, всем добрый вечер. Так, сейчас, секундочку, я за очками на всякий случай. Очень ждете, это хорошо. Вот так получилось, что все девочки заняты. Я вот тут вот на растерзанных чемоданах со спящим в спальне Юриком решила для вас. Это я. А это меня нет. Решила для вас выйти в эфирчик и всех вас осчастливить. Прежде чем мы непосредственно перейдем к делу, хочу вам сказать первое. Ну, к сожалению, мы сможем осчастливить только троих, да? Только троих. Три человека получат по 100 тысяч рублей. Это очень большие деньги. Иногда случается так, что везет не вам именно в данный момент. Но это не значит, что вам не повезет в другой раз или что вам не повезет в чем-то еще. Мне, например, я вам говорила уже об этом миллион раз, не везло никогда и ни в чем. Ну, в том плане, что я никогда ничего не выигрывала. Вот. Но есть очень много достаточно счастливых людей, которые выигрывают. И мы, я и мои 13 девчонок, блогеров, все очень прикольные, интересные девочки, я уверена, что вы на них уже подписались, активно лайкали, писали комментарии, решили вот такой вот предпраздничный подарок вам преподнести. Давайте уже перейдем непосредственно к делу. Значит, сейчас я вам покажу, под каким постом, у какого блогера среди комментариев мы сделали выгрузку ваших комментариев. У замечательной девочки красавицы, которую зовут Погодки Блог, да, то есть у нее детки Погодки, и вот под этим комментарием мы выгрузили все посты при помощи специального генератора. Так, сейчас что-то у меня мутненько. Выгрузили все посты при помощи специального генератора. Сейчас я вам их, эту выгрузку покажу. И среди этих, господи, я уже заговариваюсь, ну, сорян, во-первых, мне 56 лет, а во-вторых, я очень устала. Мы выгрузили все комментарии вот под этим постом, который я вам показала. И среди этих комментариев сейчас я прямо на ваших глазах пальцы тыком, вы знаете, пальчики шаловливые, волшебные, иногда нам очень-очень помогают, пальцы тыком, и выберу счастливчика. Затем быстренько проверю, подписан ли этот счастливчик, скажу по-русски, подписан ли этот счастливчик на всех нас и поставил ли он лайки нам, ну, на последние, допустим, три поста каждому. Вот. Значит, смотрите. Открываю, на почту мне уже прислали эту ссылочку. Говорили по лайкам. Ну, знаете, мои дорогие, а вам что, трудно пальчиками немножечко пошевелить и написать какой-то комментарий по теме? По-моему, несложно. Ребята, я вам еще раз говорю. Получилось так, что сегодня комментарии. Все свои обязательства мы выполним, мои дорогие. Я вам клянусь своей волшебной пятой точкой знаменитой, что все обязательства были и будут выполнены. Слушайте, вообще реально заговариваюсь. Короче, открываю и показываю. С уважением, Тамара Растегаева. Отлично. Так, вот он, этот замечательный список.
Вы можете быть уверены, что здесь есть абсолютно все комментарии к этому посту. И вот сейчас, только сначала вам нужно... Никто не писал, а лайкал. Да вы посмотрите, сколько комментариев написано. Что за глупости-то, мои дорогие? Вот они все комментарии, и среди них мы сейчас и выберем. Только вам нужно, мои хорошие, подождать еще минуточку, чтобы я принесла еще планшет, открыла его, чтобы на этом планшете я быстренько проверила победителя. Секундочку, не подглядывать. Вот, я открываю Инстаграм на планшете и, подписавшись на победителя, которого мы сейчас увидим, быстренько узнаю. Так, если у меня тут есть помощники в прямом эфире, девочки, давайте, мои красавицы, ну-ка дайте-ка, сейчас я им быстро... 1963-1. Так, сейчас мы... Ой, сказала свой код, сейчас поменяю. Девочки, если вы у меня здесь в эфире, давайте так, я сейчас выбираю победителя, а вы его проверяете. Хорошо, зайки, так быстрее будет, потому что я-то свои дремучие года это очень долго буду делать. А мне нужно еще и чемоданчики собрать, и я вылетаю уже через несколько часов. Так, сейчас девочки мне помогут, и дело пойдет быстрее. Итак, ну все равно на всякий случай открываем Инстаграм. Открываем мой Инстаграм. Я тоже буду проверять. Вот. Мой Инстаграм. Вот 13 человек, на которые вы должны были подписаться, но и на меня в том числе. И мы сейчас, мои дорогие, будем все это делать. Ну что, вы готовы? Из каких городов у меня тут желающие? Кому больше всех нужны 100 рублей? 100 тысяч кому срочно прислать? Кто жаждет денег получить от добрых блогеров? Кто? Ну, быстренько пишите. И хочу вам сказать, что это только первый розыгрыш. Завтра, послезавтра, в ближайшие дни будут еще розыгрыши. И вы должны активно просматривать все наши сторис. Просмотры сторис тоже будут учитываться. Ставить лайки, писать комментарии. Никогда не жалейте для своих любимых блогеров лайков, комментариев. Ведь мы столько для вас всего делаем, девочки мои дорогие, и мальчики тоже. Всех вижу, всех слышу. Милан, Набережные Челны, Саратов, Краснодар. Ну что, с Богом? Готовы? Вы готовы? Правда не жалеете? Кому больше всех нужны деньги на благородные цели? Мухосранск – это мой любимый город. Ставрополь, Рязань. Так, ну давайте, Елена, город готова, и я готова. Давайте выберем вот этот комментарий. Так, старалась раньше что-то объяснить, пусть даже обижали сгоряча, пыталась разобраться. Я тоже постоянно участвую, но не везуха. Так, вот она у нас. Алиона, сейчас покажу пальцем, еще раз, так не видно, вот она, Алиона Ивна, так, мы ее копируем, это время и дата, когда она написала комментарий, мы ее копируем, я на нее подписываюсь, так, девочки, кто у меня в эфире, быстренько все помогаем мне проверять. Так, подписаться, поиск, ставить, Алиона Ивна. Есть вот такая вот Алена, вот она, личный блог, мама в декрете, сыночек Назар. Еленочка проверяет, и я сейчас... Мои дорогие, я еще раз вам говорю. Так, вот девочке нечестно, она сразу отправляется в бан и больше никогда не увидит у нас ничего. Девочки мои дорогие, я вам еще раз говорю. Лайки завтра. Настройтесь, пожалуйста, мои хорошие. Настройтесь. Бывают разные ситуации. Еще одна девушка говорит, что нечестно, и ее тоже отправляем в бан.
Так, итак, проверяем. Подписаться в ответ. Подписались. Так, давайте я проверю подписки. Так, герой Анна на месте. На месте, Алина Гась на месте, Юля на месте, Бородида, подарки, Олег, Екатерина, спортолекция, Олег, супер мама Сита. Все на месте. О, Алена Рапунцель, это кто? Это не наш пассажир. Короче, подписки на месте, считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, и я 14. Все подписки на месте, вы видите. Ребят, пожалуйста, не переживайте. Ну что вы такие, ну порадуйтесь за других людей, ну так же нельзя, ну серьезно, вы когда за других радуетесь, вам больше приходит, девочки мои дорогие, мальчики. Ну, серьезно, умеете радоваться просто. Кстати, девочка, у нее сыночек в декрете. Посмотрите, какая она хорошая. Посмотрите, какая милая, приятная девочка. Видно, что денежками особо не богата. Ну, что вы злые-то такие? И муж такой у нее хорошенький. Посмотрите, какой хорошенький. Ребят, так нельзя, надо уметь радоваться за чужих людей. Я вот рада, что совершенно простые, знаете, какой малыш, малышу что-нибудь купит. Ну, нельзя так, нельзя быть злыми. Семья, вот, видимо, она, мама, папа, простая, обычная семья, которая... Мне всегда приятно, когда выигрывают люди, которым понятно, что это надо. Да? Лаваш запекает в духовке. Ну, еще раз, я же вам уже много раз говорила, послушайте, ну, вот правда, мы же не можем всем, правда, всем помочь. Ну, как приятно, когда выиграет такая вот милая молодая девушка, мамочка, ребеночек сплошной, любовь, вот свадебную фотку она тут выложила с первым нашим юбилеем, ровно, тут, смотрите, какие у нее стихи тут, да? Поздравляю, с первым нашим юбилеем поздравляю, дорогой. Ровно год назад, любимый, стала я твоей женой. Наша ситцевая свадьба, первый год в длинном пути. Сейчас заплачу. Именно с таким мужчиной я хочу его пройти. Ну, как все красиво. Мы рады за тебя, Алена. Это, правда, было 14 июля 2017 года. Короче, реально выиграла достойная девочка. Поэтому давайте... Вот отнесемся к этому философски, да? Вот у меня последний раз, когда девушка выиграла... Когда у меня последний раз девочка выиграла путевку на Пхукет, вот мои подписчики помнят, да, эту ситуацию, у меня выиграла девочка поездку на Пхукет. И все, что я у нее увидела, от нее увидела, от этой девочки, она мне написала «благодарю». То есть человек выиграл, у меня тут девочка сегодня выиграла кроссовки, она 10 сторис выложила, так вот прыгала, я выиграла кроссовки у Лены. А эта девочка выиграла путевку на Пхукет и написала мне «благодарю». Но что самое интересное, буквально через неделю эта же девушка выигрывает у Яны, забыла что конкретно, какой-то приз за 10 тысяч рублей. То есть, представляете, есть люди, вот целый день провела на наших страницах, вот реально не жалко, реально это человек, которому не жалко. Так, сейчас мы спросим, проверяет там Лена. Сейчас девочки мне напишут, когда они проверят, и мы вам скажем, если все нормально, то ждем завтра и послезавтра. И еще раз говорю, не переживайте, во-первых, повезет еще двоим. Сторис сейчас посмотрю, хорошо. Все есть, подарки блок, лайки стоят, лайки проверили уже. Спасибо, девчонки. Сейчас сторис давайте посмотрим. Вот, то есть, понимаете, вот я серьезно говорю, вот на самом деле надо уметь всегда... А можно я не буду смотреть сторис, а можно я буду это, можно я немножко поговорю, потому что не могу ничего смотреть. Ой, слушайте, завтра же лечу с утра, да, у меня фитнес-тур. У меня огромная команда. У меня соревнования... За корону. Это моя личная корона. Корона для девочек уже упакована. Все лайки стоят. Шикарно. И сторис везде нашли. Вот. Не переживайте. Ну, серьезно, вам тоже повезет. Потому что, ребят, ну,
Во-первых, завтра будут уже разыгрывать подарок, я каждый день разыгрываю. Да, вы знаете, я боюсь летать после некоторых событий, которые у меня были осенью. Я летела из Барселоны, была очень сильная турбулентность, было очень страшно. Все, моя хорошая девочка выполнила все условия. Давайте еще раз от души, от сердца ее поздравим. И 100% вам всем, кто за нее порадовался, тоже повезет. И вы обязательно что-то, да, в этой жизни получите. Вот, Олег и Катерина, сторис все просмотрены. Спасибо, девчонки, за помощь. Слушайте, ну нельзя называть себя неудачницей, девчонки, нельзя называть себя неудачницей. Вот я вам говорю с высоты своего жизненного опыта. Я прожила 56 лет, у меня такое в жизни было. Ни один страшный триллер и ни одна страшная передача по НТВ не соответствует моей жизни. И тем не менее, я всегда боролась, я всегда радовалась за свою жизнь, и я всегда ощущала, что я смогу сделать еще больше. И вы тоже сможете. Все. Давайте вам всем красивых букетиков, вам всем нежной ночки. Я вас очень-очень люблю. Пока-пока. Завтра и послезавтра еще розыгрыши. Не жалейте лайков, смотрите сторис, пишите комменты. Пока.